В общем, замена ксеноновых ламп. Видите, моторный отсек должен быть в чистоте сравнительной. Блестеть все хромом. В общем, можно снимать бампер, а можно без снятия. То есть необходимо в данном случае снять, допустим, вот здесь фильтр, снять вот эту трубку, открутить шурупчик, снять вот эту трубку, тут ослабить хомут нужно, а здесь снять, и вот этот весь блок, вот он, черный, снимается, и вот здесь будет доступ к блоку розжига. Он здесь, вот за этой крышечкой черной. Она крепится на трех винтиках. Ну, у меня вот эта лампа перегорела, правая. Поэтому, когда вот это все снимается, здесь откручивается, и внутри будет блок розжига. А если менять лампу с противоположной стороны, то здесь будет сложнее. Необходимо будет снимать вот здесь, где коробка предохранителя, чтобы попасть вот в этот блок розжига. И доступ для замены лампочки на левой фаре. Но чтобы здесь поменять, не снять, а вам нужно будет отсоединить питание от аккумулятора, так как здесь предохранители необходимо будет убирать. Так, что еще сказать? Да, вот в принципе все. Вот и добрались до блока розжига. Вот он уже, блок розжига стоит, видите, проводок черный идет, вот он. То есть, когда вы блок розжига, если будете сами лампу менять, видите, open стрелочка и close закрыть. Снимаем. И вот те два усика нужно отодвинуть. Вот он, блок розжига, а вон те. Так, так. Сейчас, минутку. Так, это... Справа горит, точнее слева, вон фара, и справа тоже горит. Так что замена лампочек прошла успешно. Вот они обе горят.